Значит что, сегодня я вам расскажу, как не стоит покупать лодку Янтарь-2, ну и любую другую лодку. Значит, была у меня лодка Вега, как бы лодка неплохая, но мне пришлось ее продать. Вот. Ну, думаю, блин, как бы надо что-то и на замену. Тут выскакивает объявление в соседнем городе, где-то 230 километров, лодка Янтарь. Ну, недорого, скажем так. Вот, значит, было вот такое вот одно фото дна, вот такое вот, вот. Ну, написано, что лодка имеет трещину на днище, как бы, ну, для меня это не проблема, аргонно-дуговая сварочка у нас имеется, все, как бы, с этим вопросов никаких нет, починим, сделаем, не вопрос. Вот, приезжаю я туда, по-шустренькому прицепчик зацепил и покатил. Вот, приехал, значит, снял я лист железа и наблюдаю вот такую вот картину. Это трещина. Это не трещина, это трещинище. Каньон целый, блин. Вот. Значит, вот такая вот получилась байда. Как так можно было ушатать, я не знаю. Просто, блин, в шоке был, когда увидел эту трещину. Как бы хозяева, наследники, так сказать, объяснить мне не смогли, откуда она взялась. Я долго гадал, но как бы какому-то конкретному варианту я не смог прийти. Как бы, если кто-то вот думает и может что-то тут озвучить по этому поводу, то пишите в комментариях, будет интересно послушать.